Так, на улице Правды, бывшей Кабинетской, где сейчас создается парк скульптур. Здесь когда-то я училась в институте кино и инженеров, который сейчас называется кино и телевидение. Вот такая улица. В нашем институте был храм, но он не действовал тогда. Вот видите, с куполом. Это часть нашего института. Желтое здание с куполом серым. Так, ну ладно, вперед. Пошли. Это скверик на Звенигородской. Смотрите, какая интересная лестница на второй этаж идет. Ну, идет вперед. Отразились петербургских зеркалах. Звенигородская, 22. И сейчас мы ищем, где тут вход в Союз писателей. Вот такой приятный вход в Союз писателей у нас. О, мы как всегда с тобой. Привет! Я думала, ты фотографируешь. Я когда не войду, в кадр не испорчу. Испортила видео. Нет, наоборот, оживила. Красиво. Все прекрасно. Хороший домик. И мы идем на концерт поющего поэта. Вот такой зал. Людей очень много. Вишневого сада и в силу хотя бы того, что так из пота, из крови, из репетиций помогут друзья, небеса, за граница, закон перепишут, придет колесница и все образуется. Чудо случится. Пусть площадь пылает, беснуются люди, ой, чудо не будет, ой, чудо не будет. Кто предал, кто струсил, пусть с чудом простится. И пусть для него это все не блится, я выйду в трех лицах, как мастер, по чуду. Качай суетиться, не будешь? У нас в жилах ртуть, не кисель, не водица. И вот потому наше чудо случится. Есть свойство такое у чуда. Случаться. Внезапно, когда уж не ждут домочадцы, когда все забыли, что это такое, когда все закручено, гайкой тугою, герои, волшебники поокалели, а те, что остались, уже не при деле. Предатель уже получил свои 30. А чудо вдруг раз, раз, три. И дети, летчики, фонарщики, врачи. Каждый человек всегда в ответе.
за того, кого приручил. Ведь жизнь она такая, старт и финиш. Короткометражное кино. Главного глазами не увидишь. Зорко лишь сердце одно. Зорко лишь сердце одно. Аморально, невероятно и реально. Течет река. Платье белое, Наполеоны пишут мелом на песке. В такой тоске, в такой неистовой тоске. На полчаса, порой деланной, когда вокруг все гнезда, свиты, она придет, починит свитер. Она поверит со вселенной. Она обидных слов не бросит, она заранее прощает и ничего не обещает. Тихонько в дар себя приносит любовь на середине жизни. Привет, не только выступаю. С рюмочкой. Так, вот такая.
темно правда. Да, это видео. Кстати, надо что-то сказать. Да, тогда даже... Да, да, Костя Мелехана, я с удовольствием хочу поздравить вас с наступающим 13 апреля. А, космонавтика, да? Да, за два дня, сегодня 10. Ага, а завтра спасибо. Будет 11, тоже великий праздник. Ладно, хорошо. Преддверие 12. А, вот, а скоро 1 мая, потом 9. А Костя здесь ведущий. Не отходите, сейчас хорошо. Костя здесь ведущий у нас на этом сейчас концерте. Костя Мелехан. Вот сейчас мы... Все,